Вот можете посмотреть, для чего мне, собственно, требуется этот столб. Потому что я давлюсь спиной назад. Если бы его не было, лавка бы просто упала, да? Ноги я поставил, поднял, да? Руками уперся, лег на край лавки между лопаток. И смотрите, с прессом что я делаю. Я его напрягаю. Он не должен вот так двигаться. Смотрите, вот самая частая ошибка, как она выглядит. Вот. Они делают вот так и думают, что все, классно, качаю жопу. Но на самом деле вы убиваетесь, и позвоночник просто его не останется у вас потом. Пресс зафиксировали. Хоп, скатились вверх. Идеальное положение ног — это когда колено в верхней точке находится ровно над пяткой. Носки смотрят врозь, ноги широко. Вот настолько широко, и носки смотрят врозь. И мы делаем такое вот бам. Бам. Меня, честно, достали не до тренера, не до фитоняшки, которые делают вот такое вот движение. Ребята, запомните, так делать нельзя. Спина должна быть прямая абсолютно всегда.